Поместье Поотила. Поместье Поотила находится в Хельсинки. Его история начинается в середине 16 века. Информации о нем не так уж много, но это место притягивает туристов таинственными историями. Известно, к примеру, что тут водятся привидения, а служащий ресторана, расположенного на территории поместья, уверяет, что слышит шаги и шорохи, доносящиеся с чердака. Одна из версий происхождения полтергейста гласит, что в 1712 году здесь от голода сгинула одна семья. Согласно другой версии, здесь обитает призрак Бергитты Егерхорн, не зная о том, что ее жених погиб на поле битвы. Она до сих пор ждет встречи с ним и вечерами выходит прогуляться по парку.